Приветствую всех на своем канале. С вами, как всегда, Светлана. Сегодня хочу посхвастаться цветением моих красоточек. Вот на сегодняшний день у меня зацвели три моих камбрии, две камбрии и твинкль. И хочется, чтобы это цветение осталось в памяти у меня и на моем канале. И также хочется поделиться такой красотой с вами. Посмотрите, какой у меня твинкль распустился. Сейчас близко попробую показать цветочек. Сфокусируется он, не сфокусируется моя камера. А ну-ка, по-другому. Ну вот. Вот такие вот цветочки красивенькие, беленькие. Здесь у меня одна бульба, значит, набрала два цветоноса. Вот, вот такой вот ароматненький стоит у меня твинкль. И вот тут вот у меня распустилась биолара. Она вот еще два бутона держит. Еще пока и не раскрытые, а вот этот вот полностью раскрылся. Также вам вот покажу сейчас фотографии цветения. Было в день покупки этой биолары. И можно заметить, что вот эти вот пятна бордовые, крапинки, или как их еще назвать, не такие были насыщенные, как вот в этот раз. Я заметила на своих орхидейках, что каждое цветение, раскрасочка, она по-разному как-то цветет. Ну, наверное, где-то когда-то что-то не хватало, и поэтому бывает другой цвет, расцветка цветочка. Вот так вот, вот так вот. Когда-то один раз она у меня... Не она, а у меня обыкновенный фаленопсис в очередной раз зацвел и превратился в бабочку. И это видео было у меня на канале выложено. А также сейчас сверху вы можете посмотреть эту биолару в день покупки. Сверху справа. Если я... Его это видео, конечно, писала. Ну, вроде писала. Смотрите. Состояние корешков. Вот так вот она у меня. Там вот еще есть новенькая бульба. Там в глубине. Ну, да ладно. Сегодня я показываю только красивые цветочки. И вот еще у меня тут рядышком камбрия вот такая вот распустилась, тоже красавица. И тоже сейчас я вам покажу, как раз это тот самый пример, когда эта камбрия была в день покупки. Посмотрите, какие тоже были насыщенные цветы, без всяких вот этих вот белых прожилок, лепестки, и их было очень много. В этот раз у меня всего лишь их только два распустилось. Название вы увидите сейчас на экране, потому что я не смогу его вам повторить. Видите, какие в этот раз распустились на лепестках вот белые такие прожилочки. Стоп, фокус, а ну-ка ловись. Вот такая вот у меня это не биоларка, это камбрия. Вот такие вот у нее тоже такое вот состояние корешков. Скоро надо уже будет полить. Вот такая вот у меня красота, ля-ля-ля. Стоит на окошечке. Это не две мои красоточки, три не помещаются в объектив, но тем не менее вот так вот они у меня растут.
Там вдалеке у нас еще на Украине зеленеет травка и солнышко блестит. Вот так вот у нас сейчас октябрь месяц и, наверное, идет бабье лето. Вот это вот ароматное, пахнет ванилькой. Прям не могу, не могу. От нее тоже отвести глаз, это белоснежная. Вот почему-то только один был мне бульбочку одну выкинул, два цветоносика на одной бульбочке. Ну вот как-то так. Я и этому рада цветению. Ну вот еще раз издалека вам покажу свое окошечко. Спасибо, мои хорошие, за внимание. Видео не будет очень долгим. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока-пока. До встречи.